Ронда Роузи выходит замуж за бойца UFC. Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи и тяжеловес организации Трэвис Браун объявили о своей помолвке репортеру TMZ Sports. Браун рассказал, что сделал Ронде предложение рядом с живописным фонтаном в Новой Зеландии. Ронда заявила, что хочет, чтобы свадьба состоялась скоро, но никакой определенной даты, по-видимому, нет. До Брауна Роузи встречалась с другим тяжеловесом UFC Брэндоном Шаубом. Ронда явно неравнодушна к бойцам тяжелого веса. С Брауном Ронда начала встречаться в 2015 году. Официально Трэвис был на тот момент женат на фитнес-модели Дженни Ренни Уэбб, которая обвиняла Брауна в домашнем насилии. Однако доказательства Дженни были признаны неубедительными, и пара развелась в феврале 2016 года. Ронда несколько раз называла Брауна самым сексуальным бородачом в мире и перед боем с Нуни заявила, что ее мечта – жить в лесном домике на Аляске или в Небраске, воспитывать детей с Трэвисом, лепить снеговиков и иногда играть в Warcraft. Президент UFC Дейна Уайт был очень рад, когда узнал о данной новости и сказал, что обязательно посетит свадьбу Ронды и Трэвиса.